Это новый продукт Барри. Это праймер для лица The One. Три разновидности. Это матирующий праймер, это цветокорректирующий, это праймер для сияния. Я уже их нанесла на ручку и примерно могу сказать и рассказать про их свойства. Первый праймер – это матирующий, вот он беленький. Он плотнее всего из этих трех, распределяется и подсыхает, становится более матовым, то есть он матирует кожу. Я думаю, что он изглаживает какие-то несовершенства, поэтому у кого жирная кожа, обратите внимание. Дальше у нас идет цветокорректирующий праймер, он зелененький, но при нанесении он становится прозрачным, то есть зеленым на лице он у вас не будет. Очень приятный на ощупь, хорошо увлажняет кожу. В каталоге я читала, что он с экстрактом. В каталоге я прочитала, что этот праймер зеленый идет с экстрактом ромашки, поэтому он как раз-таки будет успокаивать вашу кожу и будет ее выравнивать, то есть покраснение. А девушки, обратите внимание, у кого сухая, нормальная, обезвоженная кожа с какими-то покраснениями, прыщиками. Вот. И дальше идем к третьему продукту, это уже праймер сиянием. Я его еще не пробовала на коже, но обязательно попробую, вам расскажу. Я немного боюсь его советовать именно белоснежкам, потому что, видите, при распределении почему-то не фокусируется. Он отдает немного оранжевым цветом, то есть таким рыженьким. Вот, поэтому я попробую и вам обязательно расскажу. Но он, кстати, сияет и сияет очень красиво на лице.